Ну, вот смотрите, в сегодняшнем матче практически все было. И голы красивые, и автогол защитника, и красная карточка. Только пенальти не хватает. Я думаю, времени уже маловато. Я думаю, что мы все-таки не увидим сегодня. Ну, и без пенальти мы. Нам было на что посмотреть, поэтому я думаю, что... То есть это тот самый случай, когда футбол оказался и качественным, и веселым. Да, и результативным, самое главное. И результативным, да. Да. Борисовская публика поддерживает свою команду в эти последние секунды матча, но все-таки надо отметить, что когда произошло вот это роковое стечение обстоятельств, когда Александр Павлов увидел перед собой вторую желтую карточку и одновременно красную, немного, можно сказать, не по-спортивному, не по-джентльменски повела себя именно борисовская публика, которая наградила арбитра нелицеприятными ярлыком, можно сказать. Не красит это все-таки зрителей Борисовского стадиона, которые собрались сегодня на этом матче. Все-таки футбол показан был качественный, интересный. И мы вправе ожидать все-таки другой оценки действий и арбитра, и футболистов от болельщиков чемпиона.